А в Актобе растет будущий чемпион по подтягиванию и не только. 8-летний Муса Туркумбаев намерен побить мировой рекорд на турнике. Уже сейчас мальчик за один подход подтягивается 41 раз. Специалисты называют его способности уникальными. О планах юного спортсмена наши корреспонденты. 8-летний Муса с 3 лет живет по строжайшему графику. Ежедневные тренировки, посещение школы и вновь спортзал. 5 лет я подтягивался 10 раз, в 6 лет 20 раз. Сейчас я подтягиваюсь 41 раз. Хотим сделать рекорд, подтянуться 55 раз. Мечта первоклассника – стать 3-кратным олимпийским чемпионом по дзюдо. А турниковый спорт – это база для будущих побед, считает его отец. Асхат всячески помогает сыну достичь цели – поставить мировой рекорд. Подтянуться 55 раз, а с нагрузкой в 10 килограммов – 16 раз. В случае, если удастся это сделать, у Мусы будет шанс подписать контракт с брендовыми фирмами по выпуску обуви, делится планами отец мальчика. Мировой рекорд – мы подаем заявку. Кто там сидят, вот это рекорд Гиннесса, Федерация рекорд Гиннесса, они смотрят, потом отправляют свою делегацию с вот этих судей. И здесь будет происходить, это мы будем где-то ближе к маю. На учебу ежедневные тренировки не влияют, уверяют родители. Маленький спортсмен учится на 4-ке и 5-ке и мечтает побить рекорд. На сегодня лучшая среди детей по подтягиванию 7-летняя девочка из Украины. Она подтягивается 35 раз. Муса же намерен подтянуться на 20 раз больше. Он действительно уникальный ребенок, который выполняет нереальные подтягивания, особенно отжимания. Не каждый ребенок может это сделать. Нужно действительно иметь способность. Еще один план у Мусы – попасть на российское шоу талантливых детей лучше всех. Он с нетерпением ждет очереди на выступление в передаче. Заявку уже отправил. Эльмира Ежанова, Аслыхан Бекенов, Информбюро, Актюбинская область.